В микрорайоне Рябинка на территории Центра творчества «Росток» появится новый сквер. Центр творчества выиграл грант администрации города на эти деньги благоустроить территорию. Идеи предложили сами воспитанники центра. Центр «Росток» и все жители микрорайона Рябинка получили 200 квадратных метров территории. Сквер станет эстетическим уголком и будет состоять из 4 зон. Зона со скамеечками и зелеными насаждениями станет местом отдыха для детей и родителей. У нас занимаются дети от 1,5 до 18 лет. Они растут, развиваются, они взрослеют здесь. И если есть то место, куда хочется приходить, где хочется не просто заниматься, а еще и проводить какое-то свое свободное время, это же очень здорово. И у нас будут зоны отдыха, будет площадка для проведения концертов. Перед ребятами, отдыхающими в профильном лагере, была поставлена задача придумать интересные предложения по оформлению фольклорного дворика и спортивной площадки. Проекты выставили на конкурс и выиграли грант в 1 000 000 рублей. На то, что сегодня в развитии комфортной среды и развитии общественных пространств у нас принимает участие не только взрослое население, а именно дети сегодня рисуют тот город, в котором они хотят жить. Путь от замысла к его воплощению оказался недлинным, а работы в будущем сквере уже начались. Первый у нас рабочий день, как мы подписали договор, вот сделали разбивку, как вы видите. Скоро должен приехать трактор, то есть мы будем выравнивать территорию. В данный момент приехали бордюры, мы их разгружаем. Вот на этой неделе также завезем песок, начнем выравнивать площадку и укладывать брусчатку. На этом участке установят дополнительные опоры освещения, чтобы детям было комфортно и вечером. Высадят деревья и кустарники, разобьют клумбы. Завершить работы по благоустройству сквера подрядчик планирует 24 августа. Татьяна Молокова, Рифат Фаткулин, Арена Гавелян, Республика.